Пальцы не суйте, укусит. Ой, ты больно. Давай. Кусай там. Нет, давай. Иди сюда. Скажи, козел, какой будет следующий год? Хороший? Да, хороший будет год. Я сейчас его приманю. Символ следующего года нашего. Смотри, видишь? М-м-м. Такой красивый. Интересно, что это за порода такая? Приманила. Он и конфетку бы съел, конечно. Но нельзя. Мы не будем, конечно, не будем. Бубликов поел и нормально. Листики тоже поел. Видишь, как он какает. Раз такой красивый у нас козел, то в следующем году тоже все будет очень даже хорошо. Это козел. Козел. С бородой. Достопримечательность наша. Боятся. Больше он тебя не тронет. Можешь погладить. Вот такой ажиотаж у нас с Южным сегодня. Дворец культуры «Дружба» решил сделать такое радостное событие для детей. Козла в огороде поставили. Вот наш дворец. Вот так вот на полянке, на такой зеленой, на лужайке у нас появился сегодня козлик. И все детки, кто гуляет с мамами возле дворца, конечно, не могут отойти от этой достопримечательности. Козел очень спокойный, добрый. Рожек у него нет. Еще ни один ребенок не пострадал. И хочет все время кушать. И детки кормят его бубликами. Вот так. Говорят, что можно будет еще и завтра тоже увидеть козлика здесь. Мы узнаем у наших организаторов по поводу того, как он тут появился и чья была эта идея. Даже имя хочу узнать. Интересно, у него уже есть какое-то имя? Ты снимаешь? Да.